Яңалы телевидение хайферында башқыр тілінде әдірленген яңалықтар сығарылышы. Студияла Лиана Билалова хаумахығыз. Хокуки лектори әткіна ауылы мәдәниеті йұртында 24-ші ғынуар өтті. Айық ауыл конкурсының район этабында еңіп, әткіна халқы республика этабында еңі өсін күрәшке әудім қошылды. Яңал районы бойынса ішкі істер министрлігі бөлігі қызметкерлері бүтә йылғандарға алкоголь менен артық файдалану ярамағанлығы, бәлік болмағандарды спиртлы ісімліктер қолануға иәлеп еткен һәм суррогат алкоголь хатуға яуаплылық тұрағында һөйләп өтті. Қатнашушыларға алкоголь қолланудың хаулыққа зыян келтіруін тағы да искә төшіріп кеттеләр. Хам сәләмәт яшәү рәүешенең айрыса мөһимлеген билдәләнеләр. По второму этапу согласованности мероприятий, по плану мы идем. Вот сегодня второе мероприятие, которое у нас проходит в селе Иткинеево. Мероприятий очень много, которые мы должны в январь-феврале завершить. И согласно всех мероприятий мы уже едем на защиту в конце февраля в Уфу и представлять будем наши интересы в район уже в Башкирии. Думаем, что у нас все получится, активно принимаем участие. Все учреждения, села, школы, детские сады, физические и акушерские пункты и культура принимают активное участие, и в том числе население призываем. Думаем, что вот более 6 месяцев мы эту работу уже ведем, думаем, что будет положительный результат, и наши жители на наш призыв отзовутся. Не первый год уже мы видим работу по ремонту стадиона, где у нас большинство мероприятий проходит, это здоровый образ жизни. Поэтому мы как бы все мероприятия, которые у нас проводятся, уже переключаем в стадион, который расположен у нас в селе. То есть и лыжня, и волейбол. Вот на следующей неделе у нас в рамках этого конкурса проводится волейбол и лыжня. То есть люди идут и провели велопробеги в селе Иткинеево. То есть здесь самый младший участник, если у нас 6-летний ребенок был, а самая старшая участница более 70 лет. То есть вот такой большой отрыв в возрасте, но люди идут, отзываются, принимают участие. Поэтому, я думаю, все у нас получится. 25-ші ғынуар өз байрамдарын бүт өресей студенттары білгіләне. Студент елдары хәр кіші тұрмышының айрым ұсыры. Келесекке үміт хәм зұр пландар құру вақыты. Ә байрам өзі яқты өзінсәліклі хәм көңілі. Яңалы студенттары өсін кейін программа әзірленген. Ештердің яңалының келесегі хинің құлдарда девизу астында. Емеғат арауығы өктіру бойынса проект семинарында қатнашуы яңалық болды. Қала пляжы хәм музей территорияхын түдікләндіру идеялары бойынса әудім фекір алыштылар. Ұсырашу адағында студенттар үсін байрам концерты, хәм шылайық ешілік физкультура хауқтыру комплексында спорт саралары, хәм кеске күңіл асу программы хайдырленген. Наши ленинские студенты собрались на одной площадке, чтобы обсудить дальнейшее развитие территории нашего Янаула. В конце прошлого года состоялся проектный семинар по развитию общественных территорий Янаульского района. И молодежь в том числе стали соавторами, разработчиками, скажем так, этих проектов. И сегодня именно эта идея взята за основу при встрече со студентами, так как студенты – это наше будущее, у них очень много идей, и сегодня мы хотим с пользой для них и для себя провести это время. При регистрации на проектную площадку все студенты получили бейджики, которые дают право на бесплатное посещение тренажерных залов, бассейна, физкультурно-оздоровительного комплекса «Юность». И вечером в 21:00 кафе «Бордо» ждет вечерняя программа наших студентов с зажигательным ведущим, который приехал к нам из Казани. Наш выходец из Наульского района Саляхов Динар. Айлита Азина өткен йылды студент булды. Бүгін 16 яшлік қыз Гнесиндар есімдегі музыка училищесында оқи. 40 абитуриенттен бюджетқа бітәһі 6 кіші генә өткен. Шулардың біреһе біздің Айлита. Өзінің бірінші сессияһын уңышлы биреп, каникула қайтқан. Я хотела бы Москву, но никогда. Я хотела бы Москву, ну пожалуйста, поехали мы. Мы поехали в Москву эту, но нас никого там не эту, только у людей там есть. Айлита сабы яшынан ук йырлай. Ата-әсәләре әйтүенсә, тәүге тапкыр олатайы гармонына йырлап йөбергәндә уға нибары еш ярым гына булган. Шул мәлдән йыр менән айырылмай. Мәктәп программаһы менән бер рәттән ул сәнғәт мәктәбе программаһын үҙләштерә һәм төрлө мәктәп, район, республика, бөтә Рәсәй конкурстарында ҡатнашып, лауреат булып тәжрибә туплай.
Максатка анталышлы кызыкай инде башангыз класта ук Гнесиндар исимдеги музыка училищесына кирге ойлай. Первый этап был исполнение вокальной программы. Я зашла, все мне улыбались, почему-то я сама не поняла, видимо, я так как-то, может быть, выглядела, но выглядела я хорошо. Я зашла, начала петь песню и спела, все хорошо, потом я начала петь другую песню. Я пела песню из репертуара Людмилы Зыкиной «Травушка-муравушка» и свою песню на родном языке «Айшон». На удмуртском языке. Вот, я спела, им понравилось, они мне задавали некоторые вопросы, точно ли хочешь ты здесь учиться, будешь ли здесь ты учиться, как ты вообще учишься. Я сказала, что я учусь хорошо, я уверена в себе, что я буду хорошо здесь учиться, если вдруг поступлю. Они меня отправили, хорошо сказали, и на следующий день я узнала, что у меня стоит зачет. То есть я прохожу уже на второй этап, это музыкальная грамота, то есть сольфеджио, и на этот экзамен я пошла с огромным волнением, потому что если бы я не получила зачет, то все. Да, провал. И все прошло с таким волнением, я очень-очень сильно переживала, отвечала и вышла с этого экзамена со слезами, потому что мне казалось, что все, я провалила этот экзамен, у меня не зачет. Маме сказала, что там все плохо, и мы начали переживать. И когда уже наступил вечер, я решила зайти на сайт, посмотреть результат, а у меня стоит зачет. И следовательно, что у меня два зачета, еще красный диплом, и я в глубине души подозревала, что все-таки я могу поступить. И в августе уже узнаю, что я поступила, радости просто. Да, просто летала и не знала, что делать, и очень была счастлива. Когда я первый раз сказала своим родителям, что я хочу в Москву, все, это моя мечта, все, в Гнесинку, ну, наверное, они подумали, что, ну, с тобой все в порядке, доченька, и так отнеслись. Ну, наверное, они переживали, потому что ребенку 15 лет, она хочет в Москву, в столицу России. И как это вообще может произойти? Еще и в Гнесинку, в такое масштабное учебное заведение в России. И переживали, конечно, они. Вот, и даже слегка не верили. Но, несмотря на это, я доказала, что я все-таки ребенок у них целеустремленный. То, что я все равно поступила, доказала себе, что я могу большего. Потому что это была моя мечта, моя цель на 2019 год, который я смогла добиться. В Гнесинке там все-таки серьезнее относятся профессионально к этому всему. Это же все, это наша уже профессия. И на первом курсе, например, нам не разрешают ни на конкурсах участвовать, ни на каких концертах. На зачет по специальности у всего первого курса у нас четверки. Потому что чтобы мы не зазнавались там, все такое. И еще хочу сказать, что учителя вот переживают больше всего из-за того, что вот мы с маленьких городов, ну, девочки, которые поступили со мной, они еще как бы с больших городов, а я вот совсем маленького, такая провинциальная девчонка, и переживали, что может испортить их большой город. Ну вот, потому что нужны мозги для того, чтобы жить в Москве, и, да, держаться, и это стойкий характер нужен обязательно. Три аккорда, не так уж мало. Я бы была как Земфира, я бы играла на гитаре. Сиди по следам любого, узнавать умею я. В лесу зеленом, где растут дубы,
Собирала на поляне девушка грибы. Набрала грибов и надо ей домой идти. Да тропинку нелегко найти. То валежник, то седые почки, то трава густая. И грибы, грибы, грибочки, грибы, грибы, грибочки, и калина, и малина, ягод, 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 ягод лесная. Мои надежды о Москве оправдались на все 1000%. Я, когда приехала туда, адаптация прошла успешно у меня. То есть я, ну, мне было, конечно, грустно дня три, вот первые. Я хотела домой, к родителям. Но когда уже я пришла в училище, познакомилась там с ребятами, мы начали веселиться, сразу нашли общий язык. Они все такие же простые, вот как мы. И мы начали гулять, учиться. Гнесинская школа — это совсем иное, нежели в других колледжах. Я узнаю на уроках много, я беру все, что нужно. Максимум. И да, максимум с уроков беру, и дальше уже сама занимаюсь. Престижное, хорошее учебное заведение, где мне могут профессионально хорошо обучить пению и музыке. И я решила вот попробовать сказать родителям, сказать Халисей Сламгалиевним, вот есть такое училище, можно попробовать. Халиса Сламгалиевна отнеслась к этому очень хорошо. Вот я благодарна ей за то, что она вложила в меня многое, в мое творчество. И даже ее сейчас благодарят мои педагоги по вокалу в училище Гнесиных. Они очень хвалят ее за то, что она вот... Поняла тебя, да, на таком уровне. Да, и то, что она мне многое дала, именно моему голосу, моему развитию. Бәлекейден үк тәрбиеләнгән тотанаклы холық провинциаль қыдға яңы шарттарда яраклашырға ярдам итә. Ни өсін миңәлә тырышып қарамасқа тиген уйдар менән ул үдін дәлилләп, үдінә яңы мақсаттар қоя. Бұл турала оның оқытусылары ла итә. Она очень целеустремленная девушка, так хотела бы сказать. Она добивается, умеет добиваться идти своей цели. Очень трудоспособная. Ну, это талант ведь одно, а трудолюбие – это же 99%, говорят. Вот очень важно. Мы очень много работали. У нас не всегда это получалось. И были моменты огорчения. Занималась по хору один раз в неделю и сольфеджио. И все. У нас же вокального отделения нету. И занимались, ну, первые годы уж там общие, пока начинает рот открывать, дыханием, над дыханием работать. Пока они маленькие, голос очень маленький, и давить нельзя. Очень хрупкие ведь маленькие детки, так ведь? И поэтому это постепенно, постепенно. Эта работа музыканта длится на долгие годы. Сначала музыкальная школа, потом училище, потом институт или консерватория. Очень долго все надо переходить поэтапно. И сначала предлагала поступать Октябрьский колледж, потому что Москву далеко. Я думала, другие стороны родителям, как родитель, как мама думала, как она будет там жить. Это же большой город. А у нас в Башкортостане лучше было. Так думала. Нет, она упорно. Я буду поступать в Москву. Нет, я буду поступать в Москву. Она каждый раз приходит и говорит, когда поедем, когда поедем, когда поедем. И мы решились ехать. Вот из 39 абитуриентов поступило 5 человек. Это по всей России, там не только по всей России, даже из-за рубежа тоже учатся дети. Мне очень не хватает. Я очень хочу выступать. Я ожидала первого своего зачета так. Я очень-очень долго ждала его. Вообще везде приветствуются песни непеты. Удмуртские не на слуху они. И их, конечно же, воспринимают очень хорошо, если ты поешь замечательно, то есть эти песни исполняешь, тебе нравится, к этому относятся очень хорошо. В самом училище я вот просто мечтала о таком, что вот я иду,
тут играют на скрипке, тут на балалайке, здесь на аккордеоне, баяне, на фортепиано нет, на арфе. Поют, кто-то поет, кто-то танцует, кто-то просто с ума сходит. И вот мне эта атмосфера очень нравится. Прям такая творческая, по которой я всегда скучаю, вот когда нахожусь дома в Янауле. Вот. Про Янаул я вспоминаю всегда. Конечно, мне не нравится то, что я не могу поставить какую-нибудь там татарскую песню, и все начинают подпевать. Мне этого не хватает, но в любом случае я учу своих соседок в общежитии петь какие-то там слова каких-то песен башкирских, и они повторяют за мной. Также вот я учу своих девочек-однокурсниц стихотворению там по-башкирски или там стихотворение про Янаул. Янаул, Янаул, ты же город, не аул. В общем, они все знают эти стихотворения. Я очень горжусь своим городом. И мне кажется, уже скоро вся Москва узнает об этом. Вокалдан тыш айли тәбелекейден үк яқындарын, туғандарын фото һәм видеоға түшіріге, сюрприздары харға ер бүләгетірге, кейфтәрін күтәріге ярата. Үзінің блогын алып бара. Студент тұрмышы Айлитаның әлі башландығына, ең қыдықлығы алда. Әбіз уға оңыштар тілейбіз. Нима қайда қасан интеллектуал ойыны Ради Гере фестиміндәге мәктәптә өтті. 24 ғынвар үлкен класс оқушылары тамаша залында йылды. 30 секундысында олар берілген қырауға яуап әзірлерге тейшіне. Ойынды биология оқытусығы Милеуша Сидикова өткерді. Бітәхі 10 қырауға әр бір команда яуап қайтарға тейш. Әр командала оқушылар мінен бір үстел артында олылар да күрәшті. Район хакимиеті башлығы Ильшат Вазигатов, мәктәп директоры Флюр Саляхов һәм директор урынбасардары Светлана Щелканова, Лариса Мухаммадшина. В рамках графика классных часов с приглашением представителей различных ведомств и администрации Янаульского района в нашей школе сегодня проходит встреча с главой администрации Янаульского района с Ильшат Оксановичем Вазигатовым. И в плане месячника нашей школы, в этом январе у нас проходит месячник профориентации, наша тема как бы нацелена на самоопределение обучающихся профессии в жизни. В принципе, такие встречи проходят всегда очень интересно и оживленно, потому что во время встречи ребята встречаются с различными людьми, интересуются их самоопределением как бы в жизни, как они себя реализовали. Участие в этой игре принимают обучающиеся 10-11 классов. Также мы решили привлечь к игре нашего гостя, чтобы как бы узнать, и, может быть, он нам тоже подскажет, нашим ребятам, как выбрать путь в жизни. Вопросы в игре, конечно, были подготовлены учителями нашей школы, в принципе, классным руководителем 11 класса Сидиковой Милешей Закифовной. Вопросы были нацелены, конечно, на профориентацию и также взяты из истории возникновения различных отраслей Янаульского района. Также есть вопросы немножко с юмором, таким подходом, смешные, где можно смекалистость проявить, ну и знания. Психология һәм логопедия аднаһы яки йәйгер аднаһы. Нәк ошондай исемде күк сәскә балалар бақсаһы хезмәткәрләре үткән аднаға бирде. Сағу күп төслелек киемдә генә түгел, төрле уендар һәм дәрестәрдә ыңғай эмоциялар да сағыла. Шулай атай, әсәй һәм мин тату гаилә спорт уены 23 гыйнвар үтте. Бүтә қатнашысылар үсін тәрбиәләнісілер ғыр болмаған музыкаль тамаша әдірләген. Үлкен түркімдер ата-әсіләрі мінән біргә 5 конкурста қатнашты. Улардың біріхі баланы балалар бақсақына алып бар. Оның шарттары бойынса ата-әсілер баланы ямғыр астында барған хымақ мүмкін циклем тидірәк еткіргә тейіш. Хәр задание ғайләнән спорт әдірлік талап итті. Қатнашысылар барықыла яқшы хыдымда күрһәтергә тырышты.
Уен барышын тәрбиеленушілер зур қызықыну менен көрсетті. Детям очень нравится, они с нетерпением ждут, какой цвет будет завтра, что же, какие события их ждут вот нас на следующий день. Такие мероприятия очень помогают объединить и родителей, и педагогов, потому что мы со своей стороны стараемся, чтобы дети свой день, каждый свой день проживали ярко и незабываемо. Но очень часто родители не могут позволить своему ребенку вот так интересно, красочно прожить день. И вот такие события помогают нам объединить усилия. У нас уже был желтый, понедельник был желтый цвет, во вторник у нас был зеленый цвет, в среду был белый цвет. Вот сегодня, как вы видите, все в синем цвете, и завтра у нас будет красный цвет. Поэтому, вот, насколько я знаю, родители даже бегают сейчас по магазинам и ищут одежду определенного цвета, потому что им самим теперь уже интересно, и ребенок, знаете, эта неделя... Обычно после новогодних праздников дети с неохотой идут в детский сад, потому что дома привыкли, вроде как будто уже утром вставать не хочется. А вот наша неделя, она помогает детям, они хотят идти, потому что знают, что что-то будет новенькое. Но ее невозможно прям разграничить, вот точно психология и точно логопедия, да, вот отдельно. Они работают вместе, у нас очень хороший специалист, у нас молодой коллектив, творческие девочки, очень интересные такие педагоги с задумками, фантазерки такие, выдумщицы, откликаются на любое предложение, сами придумывают какие-то мероприятия, поэтому у нас новый коллектив. Вот, поэтому вот в данном случае логопед и психолог, они работают в тандеме, у них всегда, они если занимаются каким-то ребеночком, то они всегда работают в паре, потому что, вот, как я сказала уже, невозможно это все разделить. И вот эта вот неделя, она подготовлена ими, но весь коллектив дружно поддержал. Сегодняшнее мероприятие прямо конкретно уже помогает нам участвовать вместе с родителями. Вот как раз, вот видите, подготовили такие стенгазеты, это же тоже творческий процесс, только родители и дети дома работали. Детям всегда очень нравится, когда родители не просто сидят как зрители, а являются участниками. Наоборот, насколько я знаю, дети даже расстраиваются, если мама отказывается куда-то выйти, или папа стесняется выйти, потому что такие родители, конечно же, тоже есть. Вот. Поэтому вот сегодняшнее мероприятие, оно вот этим и ценится, что вот ребенок будет участвовать родитель с мамой, с папой. Хәр заданияның исеме уның асылын сағылдыра. Күндедіге ығызығы фразына дауам ет, қырқылған хүрәт спорт түрін білеу. Қатнашысылардың көбігі үшіндай сыраларды бірінсі тапқырғына ойнамай. Күнделік тұрмышта хау сілемет ешеуіра ұшалы бара. В данный садик ходил изначально также мой сын, сейчас он уже в школе учится, сейчас ходит дочка. И вот нас пригласили на такое мероприятие, как «Мам, папа, я», спортивная семья. Мы, конечно же, с удовольствием согласились участвовать в таких мероприятиях, потому что мы, что и муж, что я, что дети, любим спорт и привлекаем детей к спорту. Поэтому для нас это только удовольствие, что такие мероприятия проводят в садиках, и очень интересно было поучаствовать, вот мы с удовольствием пришли. Нам очень весело, очень хорошие задания, дети на эмоциях, хоть какое-то развлечение, очень-очень весело, понравилось, да. Иң күңілі этап еңісілер бүләкләу. Бұл күнді бір кімді бүләкет қалманы. Қатнашусы ғайлелерге иң зирек, иң креатив, иң тату, иң ихтиярлы, иң күңілі ғайле есімдәрі берілді. Әбірінсі орынды иң шап ғайле Тоқташевтар ғайлеге алды. Ұшының мінен яңалықтардың бүгінгі сығарылышы тамам, хау болығыз. Восьмого января ожидается ясная погода без осадков, ветер западный 1-3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью -21, -23, днем -19, -21 градус. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснениями, ночью небольшой снег, днем без осадков. Ветер северный, северо-западный 7-12 метров в секунду, днем переменных направлений 0,5 метров в секунду. Температура воздуха ночью -15, -20, при прояснениях до -25, днем -12, -17 градусов.
Киберраспродажа в ювелир-центр. Скидки на украшения до 70%. Только до 27 января 2020 года. Во всех салонах ювелир-центр. Янаульскому телевидению требуется видеооператор. Мы ждем коммуникабельного, технически грамотного и легко обучаемого молодого человека. Желание работать в дружном коллективе и покорять новые горизонты приветствуется. Янаульскому телевидению требуется корреспондент, умение грамотно излагать свои мысли, иметь внятную речь и телегеничную внешность – основные требования к претенденту. 31 января и 1 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом центре состоится Республиканский фестиваль народного творчества «Салют Победы». В рамках Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Разыскивается Хамитова Левша Усманова, 48 года рождения, которая 25 декабря 2019 года ушла из дома. Ее местонахождение неизвестно. Приметы. На вид 65 лет, рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения. Волосы прямые, короткие с проседью, глаза карие. Была одета в куртку синего цвета до колен, вязаную шапку синего цвета, ботинки кожаные на замках, брюки черного цвета. Страдает потерей памяти, в пространстве не ориентируется. В случае наличия информации о местонахождении просим сообщить по телефону 54971 54952 8999 741 1224. Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать любое поздравление по вашему желанию. Поздравления на дни рождения, юбилеи, свадьбы. Воплощаем любые идеи. Вам надо всего лишь позвонить по номеру 528-71.